«Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль вручается Иван Олешковский. Кино по выходным. На клоун-то похож, дядя. Обвиняемому назначается наказание в виде 750 часов общественных работ. Какие-то 3 недели. Да я дня здесь не протяну на этом островке моего счастливого детства. Иван Олешковский выразил желание возглавить детский театральный кружок. Да! Будь проще. Привет, гении! Перекличка. Раз, два, три, четыре. И народ к тебе потянется. Прости, не могу привыкнуть, что ты можешь быть хорош. Вот и цепляюсь. Ничего страшного. Ты выходи за меня и будешь цепляться на законных основаниях. Поздно, Дубровский. Народный артист. Премьера. В субботу в 21.00 на канале «Россия». Смотрим это просто. Наводим камеру смартфона на QR-код и скачиваем приложение. Это все, что вам нужно. Теперь все новости с видео. Прямой эфир всех каналов. И самая большая коллекция фильмов, сериалов, программ у вас в руках. Смотрим бесплатно онлайн.